Здравствуй, расскажи, пожалуйста, как тебя зовут, из какого ты города и почему приехала на мероприятие Светланы Лавровой? Меня зовут Равшанин, я приехала из Москвы. Почему присоединилась к этому ретриту? Просто даже не объяснить простыми словами. Это у меня уже второй ретрит, я была на Алтае, теперь я приехала на Байкал. Как тебе здесь? Как энергии Байкала для тебя открылись? Места силы, которые мы посетили? Байкал – это хронокоридор. Тут места такие очень сильные. Просто такое происходит, такие трансформации идут. Даже словами не описать. Я правильно понимаю, тебе удалось прочувствовать, да? Вот именно не только эту красоту, но и те энергии, которые здесь есть. Да, все правильно. Я, конечно же, очень рада тебя видеть, потому что мы виделись, познакомились на Алтае месяц назад всего лишь. Какие произошли процессы вот от одного ретрита до другого? Чем бы ты могла, хотела поделиться? Что ценного для себя взяла тогда? Какие открытия между ретритами были? Появилось очень много сил, осознания, понимания. Понимание, что делать, куда идти, как делать, что делать, как делать. Ты продвинулась в своих запросах? Как они, твои запросы, с которыми ты приезжаешь, трансформировались? Что ты получаешь? Да, все идет. Идут процессы, глубокие процессы идут. Можешь нам маленько приоткрыть завесу? От чего удалось освободиться? Что удалось получить? Ну, простыми словами, насколько можешь открыть это нам? Сказать, отпустить людей, которых нет, мне удалось. Это серьезная трансформация. Да. Я стала другая, я стала иная. Вот. Я всегда любила людей. Теперь я чувствую, что я больше люблю с каждым разом. Людей, птиц. Я тут ходила, все цветочки, все травы целовала. Мне здесь очень нравится. Мне бы хотелось бы вернуться. Места действительно уникальные. Да. А как формат вот пятидневного мероприятия? На Алтае ты была на ретрите и на перезагрузке. Это 9 дней. Угу. В этот раз мы только ретрит проводим 5 дней. Насколько они были для тебя наполненными? Может быть, мало этого времени или много, или достаточно? Как бы ты могла это описать? Я думаю, что времени достаточно. Но мне бы хотелось еще немножко задержаться. Это лично мое. Ну, в расслабленном, да, состоянии просто, да, здесь. А сам ретрит, вот то, что вот именно 5 дней. Достаточно ли этих 5 дней? Достаточно. Успевала осмыслить все инсайты, которые здесь получала? Да, я все успевала. Я все успевала, понимала, осознавала все. На этом ретрите у нас было много медитаций. С бубном, с живой музыкой. Расскажи свои впечатления. Ну, вчера, конечно, день был такой особенный, когда уже мы подъехали к трем братьям. У меня такие процессы пошли мощные. Это просто даже не описать словами, даже не перерассказать. Это ты просто чувствуешь. Вот день такой был насыщенный. Такой день был великолепный. Незабываемый. Мы делали медитацию с бубном на мысе Хабой, прямо на самой северной точке. Айкона. Как нельзя прошла эта медитация в этом месте силы? Ну, чувствуется сила, что там есть сильно все очень. Ну, я была в своих практиках. Шли процессы, потом я была в уединении, отошла в сторону. Я тоже так сделала. В какой-то момент я хотела тоже уединиться, и часть практики завершала. Все время шли процессы, все время. Что бы ты хотела напутствовать сама себе, той Равшане, которая посмотрит это видео через какое-то время? С этого дня туда бы что ты отправила самой себе, из этого места? Только вперед и вперед.
Я благодарю тебя за эту спокойную вибрацию, которую ты сейчас себя отдала в это пространство, в это видео. И я буду рада видеть тебя на следующих мероприятиях. Пользуясь моментом, хочу поблагодарить всю команду Светланы Лавровой, Ирину, Светлану Лаврову, Галину, любимую, дорогую. Я не знаю, но ты просто такой ангел для меня. Такой человек. Люблю тебя, люблю всех. Хочу поблагодарить Андрея, всю команду. Я каждый день благодарю всю команду Светланы Лавровой. Благодарю за то, что вы есть, за то, что вы создали такой ретрит, привезли нас в такое уникальное место, незабываемое. Это просто чудо, это просто космос. Спасибо большое. Теперь я хочу приехать на Новый год на ретрит. Конечно. Ждите меня. Хорошо, я буду очень рада. Это очень уютное мероприятие, наш новогодний не ретрит. Это очень уютное мероприятие, очень свободное пространство вообще для любой проявленности. До новых встреч!